Можно предположить, что я в очередной раз пишу сюда, потому что собираюсь в ближайшее время уснуть. Но нет, не беспокойтесь. Так называемый режим я вновь порушил. И в этот раз заставили меня сюда зайти два кубика, которые оказывают на меня довольно опасное влияние. Но я предпочитаю называть это влияние незначительным и считаю, что они лишь помогают мне решиться на что-то, что не слишком важно. Потому и полностью самостоятельное решение я выносить не хочу. В своем роде это еще одна игра. В действительности, ничего писать я сюда сейчас не хотел, но ведь все-таки зашел. Можно порассуждать о психологической стороне вопроса, но я лучше скажу, что вот, я зашел, написал эти строки, и это доставило мне удовольствие. В конце концов, я размял пальцы. И не надо смеяться. Ну а теперь можно пойти сделать что-то более важное. С тебя дневник. Ох, как я тебя уже называю-то. Хватит на сегодня. А еще что-то. Горло першит. Кажется, я всего пару часов назад ухмылялся, что я довольно редко болею. У меня такое ощущение, что я похож на глупенькую девочку. Forget my world is ending. I'll have to live. I hear my heart beat.